Я же третий тост. Мама, все знают, что это такое. Ну что значит не любить третий тост? Надо просто помнить и чтить. Вот так пойми. Прости, что я не добежал до вражеского взвода. За 100 шагов в прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах ли, в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправ, как зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторил. Тот студент, соперник мой, очкарик книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья покаяться за брата, прости их, нежная моя, они не виноваты. Что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но вверх взяла война. В одной шеренге и с ними я под пулями душман. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не обижал.